У меня трое детей, 6 внуков и 3 правнука. А сколько вам лет? 72 исполнится в мае. Чтобы испечь хлеб в печке, Татьяна встала в 5 утра и провела на кухне почти весь день. Она печет хлеб по особому рецепту, переданному ей ее мамой. Сначала надо замесить тесто и поставить его доходить где-то на час, и уже после этого можно начинать месить. Сразу видно, когда тесто вымешано. Вот сейчас в нем видна мука. Можно и полчаса месить тесто. После того, как тесто вымешано, оно должно отдохнуть еще как минимум час. Это необходимо, чтобы тесто значительно подросло. Я его накрываю, чтобы оно согрелось, чтобы поднялось. Вот так поднимется. Пока тесто доходит, женщина готовит начинку для плацинт и вертут, которую тоже будет печь сегодня. Но сначала хлеб. Татьяна, засучив рукава, приступила к готовке хлеба. Вертуту я делаю со шкварками и козьей брынзой. Сыроли делаю с коровьей брынзой, с картошкой и с вареньем. Теперь хлебушек. Разрезаем вот так. Этого будет достаточно, потому что мы его положим на противень, и он поднимется. Так как в печь помещается 10 противней, помимо хлеба хозяюшка готовит и плацинды, которые так любят дети и внуки. Из 2 слоев. На один я положила только шкварки, а на второй брынзу, и теперь я их буду заворачивать в вертуту. Все продукты, из которых женщина готовит свои вкусности, домашние. Даже муку смололи на мельнице. Татьяна говорит, что сама печет хлеб не только потому, что домашний хлеб более вкусный, ароматный и дольше хранится, чем магазинный, но и чтобы сэкономить. Кто был на мельнице, чтобы перемолоть муку? Муж. Бедный, у него уже совсем не осталось сил. 77 лет ему. После того, как кладем хлеб в форму, надо оставить его, чтобы тесто хорошо поднялось. Чем больше поднимется тесто, тем более воздушный хлеб получится. Эти формы у меня уже 50 лет, со свадьбы. Татьяна Рашиор печет хлеб достаточно часто, чтобы его хватило на всю неделю.